продажа КАМАЗов с пробегом и после капитального ремонта. Капитальный ремонт. Звоним вот по этому номеру, также мы его укажем в описании. Все три КАМАЗа, и не только они, под заказ. Вот будете встречать такие вот наклейки на КАМАЗах, знайте, что это наши КАМАЗы. Тоже, если будете их видеть, снимайте на видео, чтобы там не было. Ждем. Выкладывайте, указывайте нас. Мы будем вам признательны. Находимся мы в городе Набережные Челны. Делаем КАМАЗы под заказ с разными двигателями, например, как КАМАЗовский, ЕМЗ и другие. Нашим у нас в большей степени шассики, также есть совки. Вот такие вот оранжевые. Там вот для Чукотки готовим черную. В данном случае это тоже вот, пожалуйста, два совка. Это может быть как Евро-2, как здесь. Также может быть Евро-4, как здесь. Это у нас мосты Мерседес. Это у нас мосты КАМАЗ. 16-17 год. Ну, так, конечно, визуально это разницу не увидеть. Вот так. У нас есть такой талисман Гектор. Находимся мы в лесоцехе, все три базы у нас находятся. Вот так. Вот так, друзья. Так что приезжайте в гости. Напоим чаем. Накормим. Что, в принципе, кто КАМАЗ разгружает, я думаю, они эту информацию подтвердят. Вот так. Так что сезон новый летний открывается. Я думаю, мы будем побивать новые рекорды. Вот наш Гектор. Уставший наш Гектор. Наш талисман. Ротвейлер Гектор. Так, друзья. Так и живем. Обязательно подписывайтесь на наш канал, нашу страницу. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.